Жара, пипец, пипец, жара. Давайте 20 градусов просто ставим на всю кондёр. Невозможно. Давно не было влога моей ласточки, потому что у меня вот эта новая камера, точнее новый объектив, и камера стала теперь более громоздкая, более тяжелая. Мне не кайф ее с собой носить, но в ближайшее будущее у меня обязательно появится GoPro, хорошая, с хорошим качеством и звуком, как у Кристинки. Вот, и будет влогов просто завались. Вот, но я решила все-таки, думаю, ладно, уже надо снять влог, потому что забудете меня совсем, моя жизнь, my life. Ну, вообще, мне хочется поделиться с вами вообще. Вот, например, у нас сейчас аномальная жара, я не знаю, мне кажется, 50 градусов на улице. Ну, я шучу, конечно, но градусов невероятное количество на солнце, думаю, все 50 точно есть, это уже не шутки. Просто жарко невозможно, сейчас впервые за сезон я собираюсь идти в бассейн. Позвонила Кристинке, и поедем сейчас в один из самых лучших бассейнов, который мне нравится. Там вкусно кормят, ну, достаточно вкусно кормят. Хочется выпить какой-то коктейльчик. Денька сейчас в садике, у них сейчас тихий час. Я сейчас рву туда когти загорать, отдыхать. Я устала. Вообще, мне хочется сменить обстановку. Мне хочется куда-то уехать, мне хочется другой язык, мне хочется другую страну, мне хочется другой климат немножко. Я бы с удовольствием походила там, где нет сейчас такой жары, честно. Я в последнее время, знаете, чем больше возраст, тем больше ты понимаешь, что жара – это не совсем твое. Хотя, когда была молодая, лето, жара, и чем жарче, тем лучше, пусть я таю на солнышке. Сейчас уже нет. Чувствуешь, что нету сил работать тебе, что ты хочешь уснуть где-нибудь под кондиционером, мороженку съесть. Ну, короче, ты какая-то раскисаешь. Вот, но я стараюсь, собираю себе в руки, и вот, у меня сейчас сломался ноготь, вообще трэш, трэ-тэ-тэш. Но перед отъездом в Калугу, в палаточный наш городок, мне будут делать и педикюр, и маникюр, я пойду в салон, и ресницы, все будут делать одновременно, это будет очень круто. Ладно, Кристинка ждет, пора мчать в басик! Ой, как камера включается, начинается, давай плавать. Рыбки! Ну вот она, Кристина. Крис, мы еще дружим с тобой. Еще чего не хватало. Выходи, выходи. В смысле выходи? Сама я выходи отсюда. Ну, посмотри, какая. Все нормально, девочки. Мы дружим, наша дружба. Да не дружим. Мы не дружим, наша дружба не продолжается. Сейчас мы идем не дружески, мы идем в бассейн плавать. Виталик как там? Все зашибись. Ну что, мы наконец-таки в басике. Я в своем купальничке. У меня в магазине остался один такой. Не помню, какого размера, какого-то большого. А вот Крис. Крис, купаться идем. Ну все, мы пошли обновляться. Девушка, что вы тут делаете? Слышишь, а? Это кто тут такой красивый, а? Вах, это чего ты тут? Ты, кстати, не хочешь кушать? Может быть, возьмем этот... Хорошо. Пиццу будешь кушать? Девушка, хорошо, да. Я подумаю, спасибо, слушай. Слушай, неплохо. Неплохо? На, попробуй. Зацени. Наслаждение, наслаждуха. Слушайте, на самом деле, когда ты в бассейне, вообще нужно как бы меньше есть, да, больше пить, плавать, загорать. Но я почему-то, когда куда-то хожу, мне почему-то все время хочется есть и сладкого, и соленого, и пить. Может, это неправильно, сейчас буду сидеть с полным пузом. Сейчас запробую, кстати, пицца здесь вкусная. Доброе утро, мои хорошие. Вчера мы пришли с Кристинкой с бассейна и завалились скорее спать, с малым погуляли, в футбол поиграли, завалились спать. Кстати, надо обязательно, чтобы Кристинка это сняла, как мы гоняем с пацанов в футбол. Но сегодня не об этом. День начался с того, что я Кристине показала, говорю, слушай, вот эти кроссовки белые, которые я купила, мне что-то не везет с белыми кроссовками. И я говорю, не знаю, ну как бы это нормально или нет. Я вам показывала совсем недавно видео, да. Я говорю, скажи, это нормально или нет, что у меня, пришла я домой и увидела, что... Ну вот, вот,
То есть я нигде не цеплялась, ничего не делала, я смотрю, отклеена. Я уже была, думала сама заклеить все это, думаю, ну а как я буду клеить? Это мне лучше надо кому-то в ремонт, потому что если я моментом заклею, будет как-то, может, красиво, некрасиво бросаться в глаза. Ну да, хрен его знает, думаю, может быть, надо нести, не надо, как бы, что это? А, и еще вот здесь на другом кроссовочке тоже вот отклеилась, чуть-чуть подошвится. Вообще, зачем они сделали эту проклейку вторую? Ну, короче, вот тоже, вот здесь вот, видите, да, отклеено. И еще я об этом не говорила, потому что думала, что это может быть временный косяк такой. Здесь на змейках появляются желтые пятна. Вот как видите, да, сейчас чуть-чуть появилось желтенькое пятнышко. Оно периодически как бы уходит, ну не само, естественно, я тру, убираю все это дело. А потом на следующий день или через два дня я смотрю, опять появилось желтое пятно. Вот видите, вот на кроссовочке. Я у них купила средства, конечно, потому что вначале, когда я покупала эти кроссовки, эти пятна тоже были. Но их стерли и говорят, ну это не клей, это вот что-то, типа вот убирается. Ну я как бы думаю, ну хорошо. Но когда оно начинает появляться заново, это, конечно, стрёмно. И, короче, мне в один голос все в Инстаграме девчонки говорят, что это ненормально, что это брак, иди меняй. И, слава богу, я ничего не делала, сама их не клеила. Вот, складываю сейчас вот их обратно и не могу найти чек. Я в своем вот этом вот пакете вижу чек на то, что я покупала средство вот это за 690 рублей, то есть тут время, дата, да, то есть я сначала купила кроссовки, мне их сложили, потом начали рекламировать это средство, я говорю, ну давайте и его вот я взяла и заплатила, но я не вижу здесь чека на кроссовки, но я платила картой, поэтому в принципе все есть, дата, примерное время, я не знаю, поменяют мне эти кроссовки или нет. На других тоже были вот эти желтенькие пятнышки, как бы на другом кроссовке, да, поэтому я бы, наверное, поменяла бы их вообще обратно и искала бы другую какую-то фирму, потому что все кроссовки спортивные, которые у меня есть, Nike, New Balance, что это у меня еще? Короче, еще одна фирма кроссовок, не помню их название, в общем, никогда такого не было и ничего нигде не отклеивалось, хотя там я ношу кроссовки, не как эти я носила, реально, вышла как Золушка, блин, и боюсь наступить куда-то лишний раз, вообще езжу, 3 раза их одевала. Короче, сейчас мы едем в магазин, не знаю, чем все закончится, буду держать вас в курсе. Приветики! Пришли с Костенькой в торговый центр, я голодная, еще ничего не ела, и, конечно же, зашла в свой любимый Starbucks, взяла Ява Фрапучино, свой любимый, я теперь беру большой, потому что мне маленького, среднего, точнее, не хватает. Ну и киш свой, да, начала большой брать. В общем, я не спешу менять эти свои кроссовки, потому что я вот сейчас ехала с Кристиной и вспоминала, что я не помню вообще, чтобы я хоть раз в жизни меняла обувь, тем более в таких магазинах каких-то. И поэтому у меня ощущение какое-то очень такое неприятное внутри, плюс чека нет. И мне кажется, что могут как-то воспринять все, начинать спорить со мной или еще что-то. Хотя, мне кажется, ситуация очевидна, спорить не надо, быстро поменять человеку и извинитесь, да? Ну, не знаю, как будет, поэтому я решила сейчас поесть, попить, чтобы не быть голодной и злой. В случае отказа как-то надо начинать себя проверять. Ну, со мной юрист, как бы, профессиональная, она знает что права, обязанности, да, поэтому я думаю, она не даст мне лохануться, вот. В общем, сейчас я перекушу, и мы идем. Я надеюсь, эта история закончится очень круто и классно. Крис, скажи, что все хорошо будет. Все хорошо. Ты просто, тебе просто всю жизнь везло. Один раз чуть-чуть не повезло. Надо иногда сталкиваться с жизненными ситуациями, как все нормальные люди. Ты разрулишь? Знаешь, а мы сейчас с тобой будем? Порвем там всю богадельню. Покажи кулак. По сути, вышла 2 пары. Да ты о чем? Босоножек. Ты что, босоножки купила? Да, я купила босоножки, на вторую пару была акция, скидка 40%. Но я не взяла вторые. Да. Поэтому Кристина без скидки купила кожаные себе босоножки. А ты покажешь сегодня вечером? Ну, если хотите. Ты все равно покупки не показываешь? Давай покажем, какие босоножки ты купила. Короче, сейчас мы идем за мелким. Мне очень плохо. Я вся болею. У меня болят ноги, руки. Я вся, короче, болею, вся какая-то ватная. Что ты врешь? Я не вру, мне очень. Нагло врет. Да она себя отлично чувствует, посмотрите на нее. Сиреневые ресницы, сиреневые волосы. Мы сейчас нагулялись так. А, короче, зашли с кроссовками. Вот что я хотела рассказать. С кроссовками. Где зашли в туалет? И что мы там делали?
хотели помыть руки. Девочки, мы шли, и Кристинка была настроена просто разбомбить всю контору. А на самом деле девочки там были те же, директор и... Ну, а, администратор или директор вот магазина? Ну, там консультанты, да. И девочки, ну, короче, две они обе были, которые мне и продавали. С улыбкой встретили, посмотрели на обувь, сказали, ну, как бы, ну, да, говорит, вы хотите что, поменять или возврат денег? Я говорю, возврат денег, говорю, лучше я буду, ну, как бы, уже что-то другое присматривать. Без проблем. Ну, оставили данные, я что-то написала там, по какой причине написала. И в итоге через сколько нам позвонили? Через пару часов нам позвонили я и сказали... будет рассмотрение да, от суток до недели. Говорит, ну постараемся. Говорит. Да, она сказала 2-3 дня. Ну 2-3 дня или максимум неделю, 10 дней. Ну всегда так заявление по закону рассматривается до 10 дней или до недели уже. В итоге она позвонила, ну написала директрисе какой-то, ну видимо основной. И та сказала, ну верните деньги. Все, она позвонила мне сразу, говорит, можете приходить с вашей карточкой, с которой покупала. Желтые змейки, это сразу был знак, я вообще... Вообще не пойму, как она могла. Ну, вообще, да, я на желтые змейки, я вообще закрыла глаза, думаю, ладно. В какой момент Селена стала лохом? Ответьте в комментариях. Ладно, я буду подтирать, как бы. Затирать и подтирать. Но когда сломались... Когда пошла конкретная срань, не заткнуть ничем, да? Вообще никак это... Ну, то есть я уже не подотру клеем тут, да? Ну, ты до последнего стремилась там. Вообще до последнего. Ну, да, вообще... Чтобы было чисто. Вообще я хотела, думала сама клеить моментом. Потом у меня сестра работает вообще в обувном, думаю, вообще, напишу что ей. Сестра работает в обувном, это же супер просто. Напишу ей, может она мне их заклеит, там попросит кого-то. И в итоге... По-братски. Да, и в итоге это... Короче, в итоге нам поменяли с улыбкой и даже не косились на нас, строго не смотрели. Говорят, хотите мы вам еще денег дать? Хотите еще денег? В общем, говорят, приходите, нам понравилось с вами иметь дело. Пошли, конечно, пошли. Тут только не туда, держи крепко. Машина. Дэнь, пошли на площадку, пошли. Все-таки на площадку. Все-таки на площадку, тебе ж плохо было только что. Ну а куда его еще? Он хочет погулять по-любому. Да, Дэнь? Домой пойдем? А вот она и Кристинка. А вот они ее новые босоножки. Сейчас я их приближу. Да. Видно ли вам мои босоножки? Да, босоножки шикарные, кстати. Да, и, кстати, когда что-то хорошее, симпатичное, то нравится всем. Первый покрутись. Человек... А? Натуральная кожа, кстати. Такий морской стиль, да? Да, и да. Был... И вот у нее костюмчик, который у меня в магазине продавался. Я смотрю, он так гармонирует по цветам. Я только достала босоножки, Селена говорит, а вот этот костюмчик не хочешь? Повернись задом, там разрез такой сексуальный сзади. Вот он, да. Вот он разрезик. Сейчас я его тоже приближу. Ну-ка, повернись. Ах, вот он разрезик секси. А так. Короче. Спасибо. Смешная такая. Я не знаю, что такая смешная. Да потому что я рада. Ура. Девочки, а я психанула и в итоге купила себе 3 пары обуви вообще. Одни вот как у Кристинки, морская тема. Ну просто они мне понравились. Одни вот такие, смотри, вообще. Вот они под платье, под все. Ну классные, очень удобные. Так и я увидела. И вот эти классные. Что это ты их увидела? Я увидела, а ты потом подбежала. Ты чё? Я сразу померила. Ты чё? Ты говоришь, что ты мне не показываешь их. Вот да классные, да, мне нравится. Везде... Все фирменное, все классное. Хорошее. Ну, короче, увидите потом уже. Может, видео сниму как-то. Тут только сняла покупки. Все хорошенькое, все классненькое. Покажи, что ты там нарисовал. Раскрашиваешь, да? Бери другой фломастер красивый какой-нибудь. Возьми желтенький или красненький. Ну-ка. Вот. Что ты будешь рисовать? Красненьким. Ой, молодец. Машинку рисуй. Это у нас выпуклая картина, которую мы брали в Галамарте. Доброе утро, мои конфетки. Кстати, Крис, я же наконец одела новые кроссовки, взяла новую сумку.
Сейчас Крис снимет, я покручусь вот там около фонтана. А то когда вы меня еще убили? Никогда, только сейчас. Давай. Спрашивает, огонь ли она? Я просто очень Это сирень. Я просто очень редко в классе, поэтому для меня это важно. Показаться вам в классе. Вот. Мне кажется, у меня образ огонь, я себя чувствую очень клево. Еще мы, как всегда, пришли в мой любимый Starbucks, потому что вот этот вид шикарный, я уже о нем говорила. Мы с Кристинкой взяли киш вкусненький. Я предлагаю. Чего? Бесплатно, что у тебя. Чтобы уже бесплатно? Чтобы уже бесплатно начали давать, да? Потому что каждый день ходим, как бы уже. Потому что тебе так все время нравится, ты как-то так постоянно хвалишь, что. А, ну короче, стать лицом уже, да, в конце концов, этого Starbucks. Стыдно сказать, пожалуйста, берите нас бесплатно. Они уже даже не спрашивают, как меня зовут, а просто пишут мое имя и готовят то, что я все время беру. Нет, ты не для меня. Как бабочка огня, тебя не ревную. Не уходи. Сейчас пред тобой, ты падший ангел мой, но я люблю другую. Хочется вот так вот делать, потому что Селена мне подарила очки. У нас такое смешно, потому что только что сторис снимали, где Кристина это говорила, и тут я включаю камеру. Да вот так хочется делать, я не знаю почему, что вот это такое. Короче, Крис мне подарила, помните, когда ты очки полароиды, и я все хотела ей тоже какие-нибудь хорошие очки купить. Вот нормальный человек, я подарила не всем, чтобы ты бы мне потом подарила вообще. А ну, спасибо, я не отказывалась от подарков. Правильно, от моих подарков нельзя отказываться. А я не могу. Короче, мы целый день по магазинам, неплохо, я болею, мы уже хотим жрать, но мы сейчас должны в этом конкурсе поучаствовать, буквально 5 минут, и пойдем жрать. Ты голодная? Ну, я не особо, я думала, что ты откроешь там, мы попробуем чипсы. Не, мы пойдем есть, и мороженое обязательно, Макдональдс. Короче, сидим вот здесь. А как с ней худеть, нормально вообще? Потом она говорит, тебе надо сбросить. Я сама такая. В туалет зайти тебе надо. Я сама такая, мне надо сбросить и жру как просто на ночь. Пипец. Бесстыжая. А, вы тут? Привет. Мы с Кристинкой сидим, ждем сеанса. Короче, написала в Инстаграм. Девочки, посоветуйте фильм. Начали советовать. Там Аладдин, Люди в черном. Мы подходим. Вообще, что я спрашиваю? Подходим реально, самый ближайший сеанс, до которого нам ждать полчаса еще, это «Боль и слава». Что за фильм? Хрен его знает. Про боль и славу, про творческого человека, драма. Будем плакать, грустить. Вот. Нам осталось 10 минут, сейчас уже пойдем, да, потопаем. Я надеюсь, что мы не будем плакать. Ты надеешься не плакать, что ли? Ты будешь плакать первая, я тебя знаю. Я ем сейчас офигительный просто попкорн. Насколько попкорн я не очень люблю, но этот просто карамельный, шикардосный. И когда во рту сильно сладко, прям аж сладко не могу, я запиваю холодной пепси сладкой, классической. А это такой кайф. Интересно, сколько раз в неделю или в месяц кто так делает? Что какой частотой, в смысле? Что театр, попкорн и пепси. Мы вот раз в пятилетку. Ну да, поэтому можно вот так. Да. Короче, выйдем с кино, расскажем впечатления. Красить впечатления не будем, но заинтригуем, короче, что там было. Смотри, как красиво свет падает на тебя. Так что, тебе фильм понравился? Я люблю почти все творения. Мне, как правило, все нравятся. Подожди. Конец света. Не ты. Что у нас тут клацает? Вот. Это самое удивительное, что
Мы уже на рекламе с Кристинкой расстроились, да? На каких-то рекламах фильма. Ну, я приблизительно так и предполагала, да, что актер там жизнь его покажет, и актер какой-нибудь человек весомый, и он вот в конце жизни будет сопоставляться. Ну, как, в принципе, у людей же это в конце жизни, да? Ну, с возрастом уже начинаешь что-то вспоминать, осмысление, философия. Короче, фильм на самом деле хрен его знает, стоило ли бы в кино на него идти, да? Если бы я рассказала... Ну, я приблизительно, еще раз говорю, так и предположила биография, тем более Антонио Бандерас, уже можно предположить, что человек всю жизнь снимался, и сейчас он будет Ну, это не автобиография, но что-то такое. Но если бы еще это рассказали, вообще бы грустно очень. Короче, фильм такой погрустишка. Аж голос. Еще и там спит. Да, такое погрустишко, не так, чтобы там экшен и так далее, но это была ближайшая фильма, которая была, и мы пошли на нее. Ну, они подумали, не, ну неплохо, почему? Ну, они подумали. Сейчас я не пойму, вот у меня только два вопроса к Антонио Бандерасу, ответьте мне, пожалуйста. Значит, вот ваш поцелуй с мужчиной, он был осознанным или это вас заставили? Интересно, как вы снимали? Спокойно, смеялись? Это к этому... к Антонио Бандерасу вопрос? Ну, мне интересно просто. Это они пытают, это, где он проживает сейчас же везде, там, в Европе, да? Не везде, но в большинстве, что вот любовь может быть. Ну, в общем, понятно, да? Он же актера награл. Мне кажется, это его фильм вообще обычно. Он, по-моему, снимает уже. Ты, короче, бы спросила, как ему поцелуй. Я хочу посмотреть сначала, его ли это режиссерская работа. Он, скорее всего, по-моему, режиссер там. Он же уже снимает, по-моему, фильмы. И значит, он себе сам такую роль поставил. Как правило, они себя в главных ролях такие вот. Да. То есть, вот почему он именно решил показать это в фильме, как он целуется с мужчиной. У меня бородатым. К Антонио Бандерасу нет вопросов. Фильм норм, по настроению, короче, все нормально. Не знаю, я лучше думаю, дождитесь, пока будет уже, но. В прокате посмотрим. Это вот болит, да? Болит. Кто болит? Ну, там в фильме все болит. А, в фильме там все болеет, сразу, блин, думаешь, вот он... О своих болячках. У каждого думаешь, все блин. Болит. Я прям смотрела некоторые кадры и прям такая думала, пусть ни у кого не будет. Вот причина для того, чтобы ложиться под нож, на операцию и так далее. Пусть никто не болеет. Не болейте. А вообще с Кристиной я включила, чтобы попрощались. Вот. Good luck. Оговорочка по Фрейду. Good afternoon. Ты на всех языках и утро, и вечер, и день. Good night, my little juice. Ты вызвала такси? Ну, мы договорим, попрощаемся, я вызову. Я смотрю, где дешевле. Начинается. Одинаково везде. Ой, а сколько мы накупили, Крис, ты не забудешь там, кстати? А куда? Подожди. Да все, мне надо дождаться такси переложить. Мы столько всего там накупили. Переложить туда. Селена. Короче, еще прощайтесь. Кофеварочку. А, у меня же две кофеварки, да, Кристинке отдала одну кофеварку. Это, прощайся давай. Они скучают за тобой, все время спрашивают и спасибо. Подозревают в том, что я тебя обидела. В том, что ты меня обидела. А, вот почему и ты скоро... мне столько надарила. Почаще пишите ей, а ты что, Кристина, обидела? Она мне столько надарила! Кстати, зайдите в Инстаграм, пожалуйста, вот когда выйдет это видео, уже в Инстаграме будет наш совместный сингл, где мы не с Кристиной. Обидела, не обижают никого. Где мы с Кристиной поем вместе песни «Мама, я танцую». Пожалуйста, зайдите сейчас в Инстаграм, ссылочка у меня под видео, и прям вот это. И на Кристину, кстати, ссылочка под видео, у нее тоже прикольный. Кстати, скажи, у тебя офигенные обложки, я говорила уже. Мне очень нравятся ее обложки. Какая-то вот опять не получилась. И видосики всякие такие интересные, прям я все смотрю и лайкаю, чтобы ты понимала. Блин, мне стыдно. Ссылка под видео. Я стесняюсь. Все, пока. Пока. Спокойной ночи или доброго утра.